Дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! На своей странице в Instagram Димаш написал: «С большим сожалением, моя команда и я должны сообщить вам, что из-за коронавируса концерты в Праге, Гамбурге, Дюссельдорфе, Штутгарте и Минске отменены и будут перенесены. Новые даты будут объявлены позже, после того, как мы договоримся с принимающими сторонами. Я очень ценю вашу любовь и поддержку, и я знаю, что вы, как и я, с нетерпением ждали этих концертов. Однако в этот трудный период мы должны прежде всего заботиться о своем здоровье и принимать все необходимые меры безопасности. Уверен, что скоро мы увидимся в добром здравии и в хорошем настроении. Заботьтесь о себе». Игорь Крутой в Инстаграме поделился видео, фильм, который сняли к юбилею Аллочки Крутой. Главные роли Игорь Крутой, Димаш Кудайберген и Лера Кудрявцева вошли в образ героя фильма Марка Захарова «Формула любви». На юбилее было много гостей, а также в качестве приглашенных был Димаш Кудайберген и его родители Канат и Светлана. А также Игорь Яковлевич поделился, как было перед премьерой на канале НТВ «Центральное телевидение» у телеведущего Вадика Тукменева. Не исключением стал новый трек «Your Life» – музыка Игоря Крутого и стихи Лари Фабиан. Больше информации вы можете получить, переходя по ссылкам под видео, Евразийский фан-клуб и их канал на Ютубе, канал Crazy Max. А еще не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Приятного просмотра вам и только самого хорошего. Побольше настроения. Яковлев Левный изучил песню для Аллы Яковлевны, разучиваем. Еще разочек? Разучиваем. Разучиваем, да. Еще раз. Еще разочек. С хоккеистом? Зачем с хоккеистом? Нам хоккеист не нужен. Так она не одна придет, а с хоккеистом. Посмотри. С хоккеистом? А нам хоккеисты не нужны. Есть. Еще один дубль. Все то же самое. Весь выложился. Мотор. Камера. Формула любви 1.1. Юрий Яковлевич, я не могу столько пить. Тебе и не нужно пить. Ой. Тебе и не нужно пить. Ты пой. Пой, Димаш. Да, отлично. Вот то же самое сейчас. Уна, стоп! Уна, мамы. Стоп, отлично. Специально для Аллы самый популярный дуэт современности вывел свою формулу любви. Ой, а что это вы тут делаете, а? Песню для Аллы Яковлевны разучиваем. Хочешь послушать? Для Аллы? Конечно, хочу. А чего же не послушать-то? Тогда приходи, когда стемнеет, на сеновал. А чего же не прийти-то? Приду. Только уж и вы приходите. А то давеча Димаш позвал, а сам не пришел. Так она не одна придет, а со своим хоккеистом придет. А зачем нам хоккеист? Нам хоккеист не нужен. Маре Беладонна, эон бель канцо. Приехал на съемку НТВ, центральное телевидение. Буду вести горячий репортаж. Здрасте, здрасте, здрасте. 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 Известный блогер зашел. Как вы? Печку. Thank you.
дни своих наблюдений каждый день. У кого-то колбаса сорвалась, у них пакетов делают белый рис, тревогу забили. Теперь эти мои слова можно вырезать, залить в интернет и пугать особо впечатлительных любителей риса. Вот только я обыкновенный цвет популяризации, которого как чудило из них делают. Это удивительно, на выступлении Димаша фанаты, кажется, пойдут, даже если случится конец света. Так хочется вам поаплодировать, а зрителей у нас нет. А, поаплодируйте, будьте эфир вам понравится, наши новые песни. Чао. Вот именно.